Сегодня публично Бибигуль Имангалиева, представитель партии «Алга Казахстан», которая 10 раз подавала заявку на регистрацию, власть тупо отказывает, заявила, что она выиграла суд, ее пытались отстранить. Теперь сегодня окружная избирательная комиссия ее зарегистрировала как кандидата в депутаты. Но ей необходимо внести 1 миллион 50 тысяч тенге. Она верующая. Вы видели, надеюсь, ее обращение. Я хочу эту трибуну использовать, обратиться к верующим мусульманам. Вы все время испытываете различные трудности. И мы знаем, что режим на самом деле преследует верующих. Мы хотим построить демократическое общество, когда свобода вероисповедания никем не должна ставиться под сомнение. Когда любой религиозный человек должен иметь право, такое же, как у любого гражданина. Никто не должен преследовать за религиозные взгляды. А мы знаем, что режим это делает. Поэтому, уважаемые мусульмане, у вас отличный шанс поддержать Бибигуль Имангалиева. Поддержать Бибигуль Имангалиева, помочь ей финансово. Не просто говорить, что Аллах поможет, еще какие-то такие слова произнести. Я говорю следующее. Если вы действительно настоящие мусульмане, которые хотят, чтобы ваши права не были нарушены, я призываю вас поддержать Бибигуль Имангалиеву. Она по профессии бухгалтер, грамотный человек, входит в члены оргкомитета незарегистрированной партии «Алга Казахстан». Я призываю вас, уважаемые мусульмане, поддержать ее, поддержать реальным действием. Вы жертвуете деньги, мечети, садака там, и какие-то другие формы пожертвования, но вы все знаете, что наши имамы продажные. Они работают на Комитет национальной безопасности, на эту власть. И у вас сегодня есть возможность действительно поддержать необходимо того человека, который действительно представляет ваши интересы и будет представлять интересы в парламенте. Это очень много значит. Этим шансом надо воспользоваться.